шаге от безвиза. Совет ЕС поддержал безвизовый режим для Украины. Уже 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента подпишут соответствующий акт. Потом документ опубликуют в официальном журнале ЕС. Он вступит в силу через 20 дней, ну а это примерно 11 июня. События поддержали и в нашем городе торжественным поднятием флагов Европейского Союза и Украины у областной администрации. На мероприятии присутствовали чиновники, бойцы АТО, курсанты и просто одесситы. Мы, как и все украинцы, в очередной раз демонстрируем, что европейский выбор для Украины – это главный выбор. Мы четко видим вектор, куда будет развиваться наше государство. Мы прошли нелегкі шляхи. Вы сами знаете, наши воины много загинуло. Сегодня боремся за независимость Украины. И сегодняшний день – это наш свідомий європейський вибір наших громадян.